И там еще один. Уничтожен. Всем привет, с вами Денис на канале DiviGame. И сегодня мы играем World of Tank на локации провинция Ночь. На маленьком аккуратном танке МС-1. Ну что, друзья, погнали! Так, погнали, погнали, погнали. Я тут знаю одно хорошее место. Спрячусь там раннее утро, да, походу. Ой, елка, я не хотел. Прости, прости, пожалуйста. Так, ага, уже там наши стреляют. Я вот этот холмик обожаю, ребята. Вот я тут остановлюсь. Аккуратненько. И стою, смотрим, осматриваем окрестности. Кто-то он стреляет активно. Непонятно откуда, да? Да, из-за холма. А мы не... Вот он, красавчик появился. И мы по нему пальнем. И еще разок. Давай, 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 давай. Готов, готов, красавец. Следующий. Вон он появился, стоит молча. Есть пробитие. Конечно. Ой. Так, еще один здесь спрятался. Давайте на всякий случай контрольный. Нет, уехал. Ждем. Ага, вон он. О, я ж туда вроде и стрелял. Не спешим, уехал. Вон он вдалеке стоит наш. И там еще один. Уничтожен. А то зря. Есть, что ли? Пробитие. Ох ты. Вот сюда. А, не, надо лед, надо еще дальше, наверное. Эх, спрячется, ладно. Готово к стрельбе. Готово, но не по кому стрелять-то. Ждем. Вон он. Там их много. Огонь. Броня не пробита. Почему? Убежал один, а этот уезжает. Не, тебе не скрыться. Есть пробитие. Уничтожили. Ой, вон он стоит, артиллерия. Выстрел. Еще один. Мы получили преимущество в бою. А то. Что ж, мы зря тут что ли сидим играем. Выезжай, красавчик, прям. Пробитие. Уничтожили. И ты туда же хочешь. Ну давай. Угу. Где тут? Я тут вообще как... Все вижу, все смотрю. Я тут не вижу смысла в этой карте, ребят, по-другому. Очень удобная позиция. Бывает, конечно, они начинают зажимать. Приходится менять. Ну, позицию, но учесть того, что я самый-самый слабенький танк, это одна из самых лучших мест в этой карте, на мое усмотрение, исключительно. Там мочат уже. Выезжай, выезжай. Да, все, ему хана. Так, все, ребята, мы выиграли вот так. С одним поражением. Фактически идеально в сухую их порвали. Один кто-то, к сожалению, погиб. Понравилось видео? Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всего вам самого лучшего, ребята. До встречи. Пока.